Первый раз, чтобы вместе на фоне, на первом месте. Какие чувства? Это всей командой? Это, ну, вы как сестры. Какие чувства? Это вам не передать. Волнение сильное, большое. Так, неожиданно как-то так. Очень довольны своим результатом. Все-таки свершилось наше чудо. Мы 2 года назад здесь ишли тоже первыми и на 4-м этапе. В 4-м. Набрали очень много дополнительных патронов и потом ушли на штрафные круги. А сегодня как бы сложилось все карты. Сложилось все карты, и мы вот на подиуме. А вы как близнецы, вы раньше мечтали об этом, быть на подиуме вместе? Конечно, я думаю, каждый спортсмен, не только близнецы, мечтает быть на подиуме. Мы довольны, что мы это смогли и доказали, что мы действительно можем. Будет специальная вечеринка? Нет, вечеринка будет послезавтра. Вечеринки будут весной. Спасибо. Поздравляю еще раз.